Автопробег посвящен сразу трем большим датам – 76-й годовщине Победы, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию создания оборонной организации. Инициаторы – ДСАФ России и Республики Беларусь. Автопробег стартовал от главного военного храма Подмосковья. Значит, затем мы проследовали через Московскую область и Смоленскую область до границы с Белоруссией, передали эстафету нашим белорусским товарищам ДСАФ Республики Беларусь. Они проехали до Бреста, зажгли огонь памяти Брестской крепости как раз в ночь 80-летия начала войны. Поэтапно в пробеге примут участие более 100 автомобилей, 216 членов экипажей и более 30 тысяч представителей двух братских государств – России и Белоруссии. Путь автоколонны проляжет через 7 городов-героев и 11 городов воинской славы. Завершим автопробег в Севастополе на 35-й батарее 4 июля. Это как раз еще одна скорбная дата, когда завершилось сопротивление защитников Севастополя. Митинг у брянского памятника воинам-водителям стал составной частью автопробега. Над участниками пролетел самолет авиационно-спортивного клуба «Брянск». Активисты Навлинского поискового отряда «Поколение» получили награды, собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы. Светлана Дробкова, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск.